Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится до 28 тысяч рублей в месяц. Также с 2020-го увеличится количество семей, имеющих право на выплаты на первого или второго ребенка. Теперь для получения пособия доход на каждого человека должен быть менее 2 прожиточных минимумов. Кроме того, с этого года беременные женщины имеют право получить дополнительные 30 дней отдыха в период со дня постановки на учет по беременности до наступления декретного отпуска. Зарегистрировать купленный автомобиль теперь можно прямо в салоне. Там же установят госномера. Выезжать без них даже из салона теперь запрещено. А коммерческому транспорту, в том числе грузовикам и такси, теперь нельзя парковаться во дворах жилых домов. Почти 400 тысяч жителей Ульяновской области получили прибавку к страховой пенсии. С 1 января она проиндексирована на 6,6%. Теперь средний размер выплаты по России составит 16 400 рублей. А пенсии по гособеспечению, например, по старости и инвалидности, вырастут с 1 апреля. Трудовые книжки переведут в цифровую форму. Работники, которые подадут заявление о введении трудовой книжки в электронном виде, получат бумажную трудовую на руки. Работодателям это изменение позволит сократить затраты на кадровое дело производства, а сотрудников освободит от необходимости посещать всех прежних работодателей в случае утраты трудовой книжки.